Здравствуй, дорогой зритель. Силился, тужился, пыжился, короче, я с разными силами сделать обзор на вот эту вот линеечку того, что пришло. Но, если честно, в итоге я подумал, а на кой ляд я все вот эти вот кубы-то и лига, шмига и прочую хрень заказал. Почему? Потому что там, скажем, кубы Кинг-Конг ценой примерно 6 тысяч, да, имеет хороший аккумулятор 4400, на этом все его хорошее заканчивается. 4G не поддерживает. Лига Power 2 при цене примерно 4400. Остается вопрос, почему тебя назвали Power и надпись «Большая батарейка», учитывая, что батарейка всего ничего 3200 мАч. Кубот R9 старенький 2017 года выпуска, 2600 батарейка, то есть, ну, слабый, да, тут прям вот по самой не балуйся. 4G опять же нету, есть только 3G, при этом ценник около 4500. Лига М9 при цене примерно 4500 имеет, опять же, не имеет 4G, имеет только 3G, 8-мегапиксельную камеру, 1,3 ГГц процессор, и очень больное место — это вирусы, которые люди просто вот мучаются, сносят, они как-то лезут. Худо-бедно. Лига М9 Pro, имеющий 5.72 диагональ экрана, соотношением сторон 18:9, 4G, камера там 13, все дела, 1,5 ГГц процессор, но при этом ценник примерно 6 тысяч. Я лучше Xiaomi Redmi 6A возьму за эти деньги. Ну и Лига Т8 при цене примерно 6500. Да, вроде как вот он уже там на что-то похож, но опять же аккумулятор 3080 мАч, ну зато поддержка ОТГ, Горилла 3 и все такое. Какие у меня проблемы возникли при попытке понять, насколько они хороши, да, то есть, ну, там мы его включаем и заходим в, как это называется-то? Как это, ребятки, называется? Куда зайти хочу я? О-хо-хо-хо-хо-хо. Диспетчер файлов, точно. В диспетчер файлов мы заходим. Заходим во внутреннюю. Где что прячется? О, в скриншотах. Смоем скриншоты. И, в принципе, вот это вот на всех моделях. Antutu 3D не поддерживается. По этой причине вы, по-моему, только на одном можно запустить простой Antutu бенчмарк, посмотреть, сколько будет попугаев. Да чё ты просто, АО. А Work 2.0 Performance оценка 0. 0. Ну, CompuVision 1300, Storage 1400. Ну, чего-то тут там попоказывал немножко. Опять же, там, ваше устройство несовместимо с этим тестом. Ваше устройство несовместимо с этим тестом. Ваше устройство несовместимо с этим тестом. Не поддерживается на вашем устройстве. Ну, и вот как бы вот... Как? Каким макаром можно делать тесты сравнения этих телефонов? Не знаю. Ну, то есть, вот... Да, сканер, отпечатка, там, все дела, но... Неудобно же сюда нажимать. Вот он маленький какой-то. Камерки глядите. Ну что это? Вот. Додумался. Думала, камера запустилась. В общем, ребят, камера, шляпа, сплошная интерполяция. В общем, гадость редкостная. Насколько они хороши по попугаям и прочему, выяснить невозможно. Они банально не дают запустить. А очень серьезные проблемы с вирусами, которые идут в прошивке. Ты их удаляешь, они в итоге с новой версией обновления к тебе прилезают. Ценники, ну, я не сказал бы, что дешево, да. Вот. Кому эти телефоны могут подойти, хрен его знает, ребят. Ну, реально, лютый подвал,
какой-то там, не знаю, там на коленке сделаны. Да, коробки все симпатично, все красиво, там он, блин, какой-то спонсор, официальный партнер чего-то. Ну, не берите вы их себе, ну, не берите вы эту шляпу, да, то есть, ну, не знаю, там, если на панду зашли, за 3000 купили, ну, наверное, ладно, хрен бы с ним, походить вполне подойдет, ну, вот, по ценам местным, ну, уже, блин, ребят, ну, честно, не нужны вам эти трубки, шляпы, вот, просто вот полнейшие, поэтому, не знаю, посмотрите бюджетники, там, Xiaomi бюджетники, Meizu, да, там, Honor какие-нибудь, может быть, бюджетники, или возьмите себе еще кнопочный телефон и, собственно говоря, получайте удовольствие. Вот это вот все, ну, откровенно, шляпа, ни за что у меня не зацепился глаз, рука и, в общем, ничего не понравилось. Поэтому уж не обессудьте, обзор получился такой, что в кучу раз, два, три, четыре, пять, шесть трубок, полнейшая шляпа, которая не стоит своих денег и вам абсолютно не нужна. Наверное, я. Не знаю, может быть, вы фанат Лига, там сейчас начнете расписывать, насколько они крутые и классные. Ну, давайте распишите, я там вас с удовольствием послушаю, почитаю, поулыбаюсь. За сим, думаю, все. Пойду подумаю, куда мне их деть. Ну, а с тобой до скорых встреч. Пока.